Друзья, всем привет! Ну что, черенкуем зеленым черенком. У меня в руках панфлора. На ней, вот видите, листики такие с пятнышками, с красными. Это обработка была недавно хилатом железа. Дождей не было, поэтому все еще есть. Так что не пугайтесь. Вот прям здесь очень темные листочки. Вот так вот их водичкой. Раз-раз, и они смываются. Так, ну что, я смотрю, какие мне больше нравятся побеги, как и в прошлый раз я показывала нормировку, самые прочные оставляю, то есть вот этот, который потолще, вот этот, смотрю на них, да, они самые высокие, их и оставлю, буду убирать, ну, мелочь, я не буду обрезать так, чтобы потом еще пошли побеги загущать, я его не буду, я буду выламывать, но не очень удобно, потому что очень густой куст. Буду секатором обрезать прям вот так с пяткой, с пяточкой. Так, вот этот хороший, вот этот низко. Вообще творческий процесс. Как хотим, так и формируем, скажем так, да. Вот тоненький будет наклоняться, когда будет соцветие. Я все, черенок сняла, зеленый больше прореживать я не буду, убирать. Да, зеленую массу так и оставлю, чтобы у меня красивое цветение было. Сейчас буду нарезать черенок, все покажу. Так, ну что, какие основные моменты при зеленом черенковании? Конечно же, обработать секатор спиртом или чем-нибудь спиртосодержащим. Вот я выщипала вот такие побеги, приросты. И вот так сразу нарезаю. Обрезаю листочки. Раз, раз. Макушечные черенки я не хочу ставить на укоренение, поэтому макушку убираю, чтобы у меня он рос в два ствола. Перечеренковкой я тоже не занимаюсь, потому что это уже будет июль, когда уже пойдут побеги, да, ну, будет длинненький, в июле я уже тоже не черенкую, поэтому в один ствол я не хочу черенковать, поэтому раз, раз. Сильно длинный черенок тоже не хочу брать, укорачиваю. Вот такие коротышечки. И так со всеми остальными.